Ух ты! Какие девочки красивые, симпатичные, открыли мне дверь! Можно войти? Здравствуйте! Здравствуйте! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как у нас тут красиво! Здравствуйте, мои дорогие! Ух ты! Ну что, долго-предолго я добирался к вам. Злой волшебник заколдовал мои санки и олени. Но ничего, благодаря Снегурочке и моему посоху я все расколдовал. И вот с опозданием, но зато я у вас. Здравствуйте, мои любимые. Ну-ка, расскажите. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Ух ты, как интересно! Здравствуй, дорогая. Не бойся, привет. Тебе сколько лет? 4,5, 3. Ух ты, вы уже совсем взрослые девочки. Вот это да! А ну-ка расскажите, ну как, ждали вы Дедушку Мороза или нет? Ух ты! И даже письмо мне написали. Ух ты! Вот это да! Ёлочка какая у вас красивая и нарядная! И Рита тоже мне письмо писала. Ух ты! Как интересно и как хорошо! А ну-ка расскажите, дедушки, а послушные ли вы были на протяжении всего года или нет? Слушались маму и папу? Слушались? Да! Да! А что вы как будто совсем кашки сегодня утром не ели? А ну-ка скажите громко «да!» Да. Молодцы! Хорошо, хорошо. А теперь у меня такой вопрос. А ну-ка ответьте мне, пожалуйста. Приготовили ли вы, дедушки, что-нибудь интересного такого? Я ведь с радостью вас послушаю, а? Да. Что? Ну, а ну-ка посмотрим, давайте послушаем, дедушка, что вы такого, стоит. Может быть, стишочек какой-нибудь интересный или песенку Дашу, а? Рит, Флан. Да. Вставай. А давайте только встоя, да. Вот стоя вот там, возле, можно даже возле елочки, чтобы я вас видел лучше. Дедушка старенький, уже совсем ничего не видит. Да, вот очень хорошо стоите. А ну-ка. Дело было... А что это? Стишок. Стишок? А как он называется? У него есть название? Дело было в январе. Да? Ну давай, только громко и красиво. Я внимательно буду слушать. Дело было в январе. Стояла елка на горе. А возле этой елки бродили злые волки. Как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волки под горой, жатета и жатиха. Кому охота в Новый год попасться в лапу волку? Жатета бросились вперед и прыгнули на елку. Ух ты! Ура, молодец! Молодчина-то какая! Ух ты! Браво, браво, браво! Рита, а ты тоже какой-нибудь стишочек знаешь? Знаешь, но стесняется. Хорошо, девчонки. А у меня вот для такой вот вопрос есть. А вы? Хорошо. А вот я вот так спрошу. А вы загадки умеете отгадывать? Да. Точно? А если дедушка вам пару загадает, отгадайте? Ну, хорошо, сейчас посмотрим. А ну-ка, Рит, сядь вместо. Сядь рядышком, ничего, никто тебя. Уже все свои. А ну-ка, посмотрим, точно отгадаете? Да. А если нет? Хорошо, отгадаете? Вот тогда я вам обещаю, что получите подарки. Ну что ж, слушайте внимательно. Внимательно. Ну, хорошо, сейчас посмотрим. Какие мне тут загадочки интересные. Снегурка поставила. А ну-ка, во, внимание. Все слушают? Шшш, взрослым молчать. Загадка номер 1. Едва поверила зимой, они всегда со мной.
согреют две сестрички, зовут их... Рука? Рукавички. Браво! Молодцы, молодцы! Хорошо, но это была легкая. А сейчас будет потруднее. Посмотрим, как вы с этой справитесь. Зима в подарок нам дает румяные деньки. Скорей на снег, скорей на лед, на лыжи и... Новый год! Ой-ой, почти. А вот смотри, зимой, вот когда снег, вот, и вот в проруби вода такая, уже она, то тогда дети гуляют, и на чем они катаются? На коньках! Молодчина! Ура! 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 Идем дальше! Так, хорошо, хорошо. А вот здесь у нас была одна интересная загадочка. Ну-ка, посмотрим, посмотрим. Вот. Смотрите, это очень легкое. Стройная, пушистая, зеленые иголки, вся в шарах. Ух ты, и блестит праздничная... Елка. Молодцы, 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 молодцы. Ну что ж, я даже не знал, что вы такие... Умные девчонки! Ух ты! Рита, ну скажи, ты точно не хочешь мне ничего рассказать? Ничего там не, ничего не вспомнила? Какой-нибудь стишок, Маргарита. Или песенку. Давай, пожалуйста, Дед Мороз хочет тебе подарить подарок. Ты так красиво это делаешь, доченька. У тебя так хорошо получается. Давай, с папой вместе, да, подойдет папа. Я спою песенку. Не помнишь? Помоги, Влада, какую-нибудь песенку. Вот, вот! Может быть, вы знаете, даже... В лесу родилась елочка. Да. Знаете? А давайте тогда, вот тогда, возьметесь тогда все за руки. Я вам помогу и споем все вместе. Хотите? Хорошо. Давайте. А ну-ка, все вместе, вот так в кружочек. Держись за посох, вот сюда и сюда на середину. Помните песенку? Да. А? На счет три, хорошо? Три. Только громко. Два, один. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель я пела песенки, спи, елочка, бай-бай. Мороз ее укутывал, смотри, не засыпай. И громко. Мороз ее укутывал, смотри, не засыпай. Ух ты! Ура! Молодцы! И Маргарита тоже спела песенку. А ну, посмотрим, щекотишься ли ты или нет. А ну, посмотрим. Хорошо. Ну что ж, у нас осталось еще... Три неотгаданных загадки. Так. Кто рисует на земле зимние картинки? С неба падают, кружась, белые... Снежинки. Ура! Снежинки! Молодцы! Так, предпоследняя. Ну, посмотрим, что там, девчонки. Надел на голову ведро. Интересно, кто это? На плечи белый пуховик. Из морковки сделал нас толстый белый... Снеговик! Ура, молодец, Марго! Красавица, ура! Снеговик! Супер, девчонки, супер. Ай, молодцы, девчонки, и последнее. Кто приходит в каждый дом в Новый год с большим мешком? Шуба, шапка, красный нос – это дедушка Мороз! Ай, ура! Молодцы! Все отгадали. Ну хорошо, поиграем еще? Точно? Да. Да, будете играть? Ну хорошо. У меня есть вот один шарик. Вот. Только он не надутый. Мне нужно надуть, чтобы кто его мне помог. Чтобы надули этот шарик. Может, папа наш поможет? Я знаю, как надувать шары. Ух ты! Сейчас посмотрим. Так.
А ну-ка, ааа, папа на шарик, а только небольшой. Так, только, еще чуть-чуть, так, столько хватит, да. Ага. А знаете, нужно как и завязывать? Да. Ну, хорошо, отлично. А теперь будем играть вот все-все-все-все-все. Кроме меня, конечно, да? Выходите, выходите, выходите сюда. Так, вот тоже встаньте вот все в круг вместе с папой вот так. И даже мама может прийти. Мама пофотографирует хорошо. Вас. Хорошо, вот. Будем этот, вы будете вот так, у нас будет маленький-миненький кружочек. Вот можете взять маргаритку с дочкой. Руку, и вот у нас будет шарик, смотрите. Этот шарик вы будете передавать вот так. Вот папа, вот тебе, ты вот Маргарите и так далее и тому подобное, хорошо? А когда я скажу стоп... Молодчина, Маргарита! Когда я скажу стоп, обязательно шарик не должен быть у вас. У кого будет шарик, тот выбывает из игры, хорошо? Хорошо, девчонки? Да. Так, посмотрим, может быть, даже Маргарита выиграет. Так, держите, папа, вы первый. На счет три, да? Будете передавать по кругу. Да. Три, два, один, поехали! Апа, апа, апа! Папе, 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 Маргарита. Так, папе, и Маргарита давай, опять папе, папе. Папе. Еще один раз, еще один раз, еще один раз, еще... Стоп! Оказался шарик у папы. Не извините нас. Папа пока проиграл. Хорошо. Ну что ж. А теперь Влада и Маргарита. А в клубе так делали, только иногда с двумя мячами. Когда у Алисы два шара, это не считается. Хорошо. Ну что ж, поиграешь чуть с Маргаритой? Да. Да? Хорошо. Посмотрим. Ты, Маргарит, готова? Да? Ты можешь даже чуть подальше вот воду. Ага. Вот так. Все готовы? Три, два, один. Опа. И обратно. Да, можно мне? Так, Влада, держи. Так, и еще. А я тебе, а ты ей. Так, посмотрим, посмотрим. Ух ты, молодцы, девчонки. Еще чуть-чуть совсем осталось. Так, раз, два, три. Опа! Стоп! Ох, проиграл Дедушка Мороз! Ну ничего страшного. Я надеюсь, не обязательно в следующий раз повезет. Ну что ж, из-за того, что я проиграл, с меня как бы причитается. Ну, Дедушка Мороз когда приходит, что он деткам отдает? Подарки! А ну-ка, я хочу вас громко-громко, чтобы вы сказали. Подарки! На счет три. Три, два, один. Подарки! Ура! Ура! Ну хорошо, подарки, так подарки! Ой, а ну посмотрим! Так, что у нас там в мешочке спрятано? А ну-ка посмотрим, что там дедушка такого? Ух ты! Ну и коробка! А если повернуть и посмотреть? Опа! Вот это да! Это, наверное, Владочка. Конечно, ух ты! Влада, держи! С Новым годом тебя! А что надо сказать, Влада, Дед Мороз? Пожалуйста! Ну, кто там у нас еще остался? Маргарит, как ты думаешь, а теперь что там? Там тоже кукла. Давай посмотрим, да, конечно. Так, что-то у нас здесь. Апа! И здесь. Вот это, да, смотри! Какая кукла! Ух ты! Нравится? Да. И как ты ее назовешь? Маргарит, как ты ее назовешь? Потом подумаешь, да? Скажи, ну, спасибо дедушке Дед Морозу. Посмотрим, что там еще такого интересного, пожалуйста. И сладости, вот, маленькие дедушки Морозы, тебе, Влад, и тебе, Рит. Опа, руки-то заняты. Слышка, поставь кухню. Поставь рядышком. Мама? Да. И все. Пустой мешочек оказался. Ну что, девчонки, понравилось вам? Да. Хорошо. Ну что ж, мне, к сожалению, нужно уходить. У дедушки еще много-много-много дел. Но если вы будете послушными, я обязательно к вам еще приду в следующем году. Хорошо? Давайте тогда прощаться. Да, Влада. Пока, дедушка. Спасибо тебе большое. Маргарит, ну, пока. Прощай. Будешь на следующий год стишочек? Да. Да? Я привезу тебя, приду, я обязательно тебя послушаю, хорошо? Да. Да, все, пока.
Да, дедушка, до свидания. Свои загадки. Спасибо. Ай-ай, и загадки свои тоже, да. А шарик ваш? Нет, а шарик тебе на память, хорошо? До свидания, девчонки. До свидания. До свидания, Дедушка Мороз. Ай-яй-яй-яй-яй, до свидания, девчонки. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Все, девочки, понравился вам Дед Мороз? Да. Видите, какой добрый, хороший. И в игры с вами поиграл, и подарки подарил. Вот будет у вас кого катать в коляске. Ну, пойдемте в комнате у вас откроем. Да? Да почему? Здесь? Они заберут сейчас. А, хорошо. Открою, они пойдут играть. Давай, Владочка, открывай. Она сама вряд ли сможет. Вы ожидали такие подарки? Влада, да. Что такое задумалась? О чем ты думаешь? Устали, Владик, мне кажется. Устали, да? Сегодня и мультик смотрели, да? И Дед Мороз наконец-то пришел. Что? А как же гости? Придут гости. Они чуть запаздывают, Владочка. Да, покажете. Расскажете, как Дед Мороз к вам пришел. Ну-ка, папа, посмотри. Ну-ка, что это тут? Сейчас открою. Сейчас. Кукла? Да, есть. Марго, это твоя кукла? Нет. У нее даже горшочек есть. Ты будешь учить ее? Надочка, тебе помочь? Да. Сейчас. Пока она пищит. Давай, держи. Это где видео надо, сейчас снимается. Главное знать, как она пищит. Да? Вот, давайте я сфоткаю. Тинг. Тик-тик. Давай, держи, я тебе открою. Да, я еще... Ты держи. Ладно, сейчас.